Всем привет, ребята, с вами Димончик Лимоночек. Привет еще раз. И сегодня игра в обновление Brawl Stars. Google, как всегда. Мне есть двое, один паца. Ее зовут Платон, я его потом приглашу. А сейчас буду с боссом драться. На уровне мастер. Кстати, ребят, кто хочет, можете присоединяться ко мне. А чё он таким медленным стал, я не помню. Блин. Ну еще и они роль играют. Капец, сколько их. Угу, одного товарища. Я это сделал отлично. Ух ты же, блин. Да не стой ты на месте. Их вокруг ого сколько. Лазер! Берегись! Вот черт! Ну не беда, я билет не потратил, тут бесплатно можно зайти в игру. Так, ну давайте. У него набрана какая-то. Наверное, команда набрана. Так. Рико, культ спецназ, Рико, Саша и я. А, Тринджу Бинджу, блин. Спецназ. Вот нафига он стоит, его сейчас убьют. Твою же мать. Отстреливаемся. Это хорошо, что я через стену могу кидать. А, ракета. Я тебя буду защищать, парень. А, бежим. Ай, мне под задницу прямо. Так, я аккаунт оставлю, да, потому что это капец. Ух ты, нифига себе. Одного из них убил. Прикольно, еще музыка такая играет. Твою мать, что я к нему? Один карлик присоединился, пистолет, ё-моё. Они босс, кажется, разозлился не на шутку. Ого, нифига, он как быстро его замочил. Сто пудов, он очень сильный. Бля, где мои пацаны? Помогите, блин, вы чё ждёте? На! Тринджу-бинджу. Один упал по команде у нас. Бля, один умер из них. Ищем босса и будем добивать его вместе. Ух ты ж, блин! Меня ни один негр не спасет, кажется. Блин, нафига ты? Стоишь там, блин, ненавижу. Наверное, брал уже десятилетие, помнишь, это 10-е обновление, да? Ого, кто-то еще в моем скине. Блин, а мы не достаем немного. Бежим! Блин,
ракету прямо на меня выслала. Блин, ракета все взрывается. Блин, ты ХП свой видела? А, его что убьют? Че он сразу во мне балит? А, прям на меня. Рядом. Капец, бей его, блин, быстрее. Ни хрена себе, это что-то происходит. Это что там происходит? Вы что там делаете, ребята? Можно я вам помогу лучше? Капец, босс не на шутку разозлился. Блин, прям в него попал, отлично. Я этим ядом его убил. Босс злится. О нет, нам хана, кажется. Блин, как он не попал? Боже мой, что с ним? Он фиолетовым стал. Блин, на нас миллиарды просто своих помощников выслал. Капец, что там происходит? Я не понимаю. На! Но я отстреливаюсь еще от всех этих. А еще и ракета с лазером. Нет, все, лучше брать более сильного бойца. Давайте попробуем Динамайка. У него, конечно, мало здоровья. Но он очень сильный. По 840 здоровья отнимает. Блин, когда он умрет, а? Этот придурок умрет уже. Вот твою же мать! Ого! Я в последнюю секунду вернулся от него. Но это мне не поможет! Ракета близко очень была. Прям рядом аж ракета пролетела. Это мне повезло. Пипец, он сильно злой. Пипец, что там происходит? Но мы ему уже почти половину снесли. Блин, он меня убил. Да убивает, а писает на карлика, блин. Там много пистолетных этих
роботов с пестиками. Но вместе они еле как убивают его. И бодибодибоди. На. Капюшон мы творим просто. И за нами супер быстрый робот. Ну спаси меня, боже. Не спас. Дурак. Он просто поставил что. Если в последний раз не поможет мне, я возьму другого бойца. Лучше. Так опять Бинджу кинуджу его. А мы же тенчу Бинджу. Мы ему достаточно уже 30 000 снесли. Бросаем в бочку. Блин, я из-за него бочку просрал в никуда. Ну, спасибо. Лёп, а 1600 здоровья каждая граната сносит. Вот, блин. Не, нафига ты сломал ограду? Эй, блядь, Динамайк, ты что, стрелять нормально не умеешь или чего? Ищу босса, ща бочку в него кину. Хи-хи-хи. Ай, блин. Ай, блин, спасите! Твою мать, они с двух сторон идут. Ещё и этот робот. Тут ещё пистолетный карлик. Мои гренки ему в два раза меньше наносят урона, чем остальным роботам. Чем его помощникам. Прям по мне лазером. Нет, критически маленький уровень здоровья. Я лучше посижу тут. Нет, только не на меня! Бля, он супер быстрый. Отлично! Дай врог, тебе надо всего лишь несколько секунд продержать, является товарищ. Капец, жесть просто происходит какая-то. Все убивают друг друга. Ну, я сейчас с ними поиграю, блин. Ух ты ж, ё-моё, блин, он прям на меня охотится. Он ракету выслал, твою мать. Он один остался, кажется. Достаточно много мы ему слишли. Ладно, берем более сильного бойца. Брока. Кстати, давайте он в бою сейчас попросим. Может, он меня примет. Примет в бой. Ну тот
Так и не исправили тот баг, что тут два в сети. Вот он, Платон в сети, вот он, Платон в сети. Это баг. У Платона уже полминуты идет бой. Так, ну попробуем сейчас с Броком. Угу. Ух ты, тут есть 8 бит. Робот. Он очень мощный. На-на. А, блин, а Wi-Fi плохой. Уже упал кто-то. Уже кто-то умер. Но я не следил со своим здоровьем. Твою мать, их куча. Бум! Да блин, все выжили. Почему? Капец. Робота бьют. Киева. Он. Прямо на меня! Он офигел! Капец их сколько! Ты что его помог? Ого! У него 90 здоровья! Он выживает с таким критиком! Офигеть, он выжил с 90-го здоровья. Погнали. Давай свой тренджу, бинджу сюда, блин, а. Бибиц. Ка, блин! Чёрт, он прямо на меня еще и всей своей армией просто на меня побежал. Босс, я не... Слишком жирно со всей армии бежать. О, блин. Хорошо, что он не воспринял. Капец. Он очень быстро стал метаться лазерами. А, побежал. Ну, погнали. Отстреливаемся. Блин, он не убил. Давай в укрытие, бежи куда-то. О! Легендарки выбили, что ли? Вижу, Сэн Чики Бамбони легендарку выбил. Сейчас это ролик записываю на YouTube, как бы. Уже 20 минут, блин.
Ага. Окей. Давай, чики-бомбони. Горячую зону. Давай, чики-бомбони. Я готов. Они будут атаковать, а я буду защищать. Сэнди, не спи. Сейчас будет серьезный бой. Мне ни одной лень нет. Нет, даже Джина нет. Лени Биби нет. Это. А как мне он это? А как мне этот значок? Как он это мне прислал? Лица всяких там бойцов. Эль Прима Джесси. Платон, зачем? Что ты делаешь с чатом? Давай же, блин. Как-то она очень долго печатает. Я даже не знаю. Я вон жду, пока оно напечатает, блин, уже. И что, она мне только сейчас. Я так думаю, что либо она купила мега ящик, но она либо мега ящик купила, либо этот. Либо с большого ящика выбила. Ого. Я готов. Да блин, вы долго там уже? Капец. Эй, бери. Ну вы долго, конечно, ребят. Па. 190, ребята. Потому что вы отписались от канала. Два человека от канала, блин, отписалось. Ай-яй-яй. Я так и думаю, что это к добру нифига не придет, если будет так. Ну, да. Да, блин, ты долго там еще будешь? Сэнди, чики-бомбони, блин. Чики влюблены, блин. Кстати, у Сэнди одно есть различие. Она выглядит как девочка, а говорит голосом как ну, мужским голосом. Она похожа на девочку. Вот эти вот волосы я вижу торчащие у нее. Вижу, хотят подписаться на мой канал.
Я не знаю, зачем это. Хотят подписаться, что ли? Или что они хотят сделать? Я так думаю, что, наверное, подпишутся на меня. Я не знаю, что будет. Ну, посмотрим. Кстати, ребята, ролик будет идти очень долго. Подожди. Да что всякие там лица строят? Чат из лиц строит. Да долго вы там, давайте уже. Хватит, Поко, блин! Да подожди, тут сайты, хотя может они видят, да хотя кнопка готова, блин. Давай, Сэдди, мы тебя ждем. Сэдди, блин, ты скоро там. Ё-моё, блин, уже четыре что-то прислали, а? Ты крутой, потому что у тебя есть канал. Так, у меня скоро 9 подписчиков. Давай, Платон. Давай, блин, Платон! Наконец-то, блин. Я думаю, мы никогда уже в бой не зайдем. Я туда, вы туда, ребята, чтобы побыстрее было. Ах ты ж, блин! А! Кто это за Гейла играет? Подобрал Леху уже, да? Ах ты ж, блин, он еще нам хочет помешать. Да, блин, этот Гейл очень сильный. И что за читер к нам прибежал? Вот это из-за Гейла все, блин, он задолбал меня. Ах уж, блин. У него 3 кубка слили на этой чертой зоне, блин. Не на... Подожди, забыла. Больше не на... Какие ваши шуточки вот эти, не поведу, чтобы вы мне предлагали бойца, потому что...
сольете кубки, будете сами виноваты, потому что себе тоже сольете кубки. Да блин, а ну сколько тебе надо? Я бы это цензурой сейчас закрыл, но нет. Чё? Я не буду Карла выбирать. Он слабый сильно. Своей воспаленной игрушкой по... Пусть Рика... Пусть Рика сегодня уже будет. Ну вот, наконец-то что-то нормальное, блин. Ну, бой с радостью выберу, потому что он брутальный самец такой. Або. Выберу. Ага. Погнали на столкновение. Так, я пойду туда. Синди, пусть останется Синди. Капец. Что там уже происходит? А, ну нафига же на меня прямо? Ну хоть понимают, что это петушиный поступок. Я все куб... Наверное, они замечены. Я буду везде, где только возможно быть. Тут Барли еще. Блин, тут робот еще. Ну давай его убьем. Вот блин уже. Он меня убьет. Куда вы его на меня прям сахарили? Мам, я не могу, я снимаю сейчас. Капец. Еще и босса. Меня в одиночке с босса оставили. Это один удар, и он меня убьет. Вот... Подлецы, блин, а! Они боссу помогают еще. Падлы, блин, а! Еще на боссу помогаю, придурки. Я снимаю, блин, мама. Ждем пока Сэнди, ну чики бомбони сейчас проснется и наконец-то жмет кнопку. Готово. Просыпайся, блин. Наконец-то проснулась. С одной Сэнди, блин, куча приколов, блин. Я вижу там ворон опять. Опять тот легендарный ворон, блин. Нафига он тут? Вот куда они меня заслали, скажите? Эти скотины опять друг другу помогать будут. Как уже было один раз, на меня 4 пацана в одиночном столкновении напало и убило. Ну просто меня зажимают. Да твою же мать, вот задолбали меня.
Так, там Михалыч идет оттуда он. Чики, Бомбони, лучше не иди туда. Серьезно, там опасно очень. Обычно, ну да, как обычно, в центре очень много войн происходит. Если он боссу помахает, это нечестно. Сэнди еще не достать не надо. По-любому сейчас... Куда что лихости? Я ловушки поставил. Не, да, не будем больше. Там. Подожди ты минуту, блин, а? Предложить. Ну-ка. Сейчас проверим. Заберет она Брока, интересно. Ну, выберет ли она Брока. Ладно, давайте пока она печатает, заберем подарок в магазине. Восемьдесят удвоителей и жетона. Это еще эпический боец за 170, но не буду его покупать, потому что это за гемы. Что она? Ты же говоришь, что у меня есть лихо. Ну, обычно мы легко победим. Чики Бомбони, не подходи к нему очень близко. Уже сожрал, блин, первого. Я тут 18 минут с боссом, блин, копалась, и уже 20 минут с вами копаюсь, блин. Бля, мы вот так и будем кругами водить, я не понял. Я так думаю, что... А, блин, я его даже не заметил сзади себя. Капец. Так, я пойду. Thank you.
Ай, прям по страйке попал. Так, надо ультануть и кинуть в босса. Так, отлично, я ультанул. И он по мне попал. Куда ты бежишь? Нифига себе! Куда она там убежала уже, блин? Что она там делает? Сейчас секунду вернусь. На нас просто армия летит. Но мы его побеждаем. А почему они фиолетовыми стоят? Они разозлились, что ли? Кидаю. Так, ультанем давайте. На. Брак. Бум. Бум. Блин, а ей капец. Ого, он турель сразу уже убил. Бежим. Вот, блин, прям по заднице попал. Прямо по заднице. А извращается, наблюдаю за ним. Ох, офигеть. Он сильно злой. У него уж 50 тысяч осталось, мы его победим, кажется. За мной, наверное, еще целую армию выслал. Полетели бутылки, блин. Ну, пытаемся выжить. Пипец их тут! Капец! Их тут целая помойка, блин. А кто меня убил, я не понял. А, текай оттуда. А, там еще один есть. Так что пофиг, что. Блин, давай быстрее ставь ее. Капец, мне страшно, мы еще проиграем, это будет лед. На. Ого, это что за красный робот? Так, я спас. Он еле же... Ой, это фигня, еле живая, блин. Нормально ультанул, блин. Опа, я его обошел. Ого, блин, этот карлик пистолетный робот. Он стал очень сильным. Ой, лазеры! Твою мать. 2% ему осталось. Это немного его совсем. Победили первого. Тыц-тыц. Опа. Большой ящик. Открываем.
Блин, ничего мне не выпало из бойцов. Следующий у нас... Следующий у нас ящик, а потом будет мега-ящик. Ага. Бэтстик у меня скоро будет. Скоро... Да, в конце... Уже скоро конец сезон через день. Ого, на 5000 будет мегаящик. Кто мне подружим? Егор, не отклонить, у него больше кубков, чем у меня. Победили. Какого бойца мне сейчас не взять? Только, пожалуйста, не слабого. Бо. Окей. Бо. Бо так. Ой. Зачем спайка выбил? Все. Испытание обычный. Давайте. Чё вы стоите, а? Нафига вы поставили горячую зону, блин? Мы сейчас опять проиграем. Ну ладно, это ваша вина. Проиграете, будете виноваты сами. Чё, блин? Кто горячую зону поставил, если у нас был бой с боссом? Вы издеваетесь, что ли? Ну ладно. Вы проиграете, это ваша вина. Отлично. Погнали. Алло, он уже стреляет в меня. Так давайте ловушку поставим. Сейчас попадутся, да? Да, он там попался на мои ловушки. Убегай оттуда, давай. Опа. Ай.
Больно. Больно же. Что с... Опять интернет. Ну, вот спасибо, блин, я завис из-за тупого интернета. Совсем не вовремя. Капец! Что за перестрел? Что за боевик здесь происходит? Это все на боевик какой-то, блин, бой с боссом пипец. Давайте перед ним потом ловушки все. Пум. Хе. О, блин, а он на них не попался. А быстрее за ограду. Я чувствую, что он сюда попал. Блин. Ловушки, блин. Куда он пошел, если ловушки? О, туман. Он меня в мраковый туман поставил. Спасибо, Сэнди. Так, все, туман убрался. Я хочу, чтобы он на меня побежал. Вот, блин, что это? На! Ха-ха, лузер! На, на! На! Ебой, я его на эти мины и поставил. Блин, он по мне прямо шмаляет, блин. Нормально мы стреляем. Время пострелять. Между нами пальба. Так вот, густой туман. Ой. Я прямо над их ногой поставил мину. Ну-ка, интересно, где мои мины? Вот они, эти мины. А, блин, он прям сюда. Я чувствую, что он прям сюда попался. Бежим. Лузер, блин. Пробегаем через него. Вот, блин, меня убили. Ничего у нас... Ну куда ты на него прям бежишь? Тебя ж убьют сейчас. Он с одного выстрела двоих убил. Опять Платон не в сети. Ну, ладно, ребят, думаю, надо заканчивать. Ладно, ребята. Мне видео сегодня уже 55 минут идет. Вот, посмотрите. С вами был Димончик Лимончик. Спасибо за просмотр и всем пока-пока.